Так начался праздник молодежи в городе Клинцы на Брянщине. Товарищ, друг, ты слышишь, как бьется в твоем сердце огонь революции? Эти слова листовки, призывающие клинцовскую молодежь на фестиваль, посвященный революционным и трудовым традициям нашего народа. Перед глазами ожили страницы истории, и каждый чувствовал себя ее участником. Пионеры города пригласили на праздник ветеранов комсомола, и в эти минуты, как никогда, ощутима была нерушимая связь поколений. Молодежь 70-х, металлисты, текстильщики, кожевники своими делами доказали эту связь. Клинцовское комсомолие дважды награждалось красным знаменем ЦК ВЛКСМ. На этом радостном празднике вспоминались слова песни: «На белом свете парня лучше нет, чем комсомол 70-х лет».